потерпев энергетическую катастрофу, земляне отправились на прекрасную далекую планету Кеплер, чтобы подсоединиться к источнику суперэнергии, которую источал многовековой лес деревьев Кар-Лало. Так, с приходом землян лес был полностью уничтожен, а некогда процветающая планета обречена на вымирание. Примите участие в состязаниях за право звания Птичьего Короля. Вы должны пересечь долину Красных Скал, преодолев опасные препятствия. Акси! Гага, береги! Кто этот храбрец? Никогда не видел такого ловкого парня. Поздравляем! Аксель — новый Птичий Король. Молодец, Аксель! Проще не бывает. Аксель, ты готов спасти нашу планету? Что? Говори, кто тебя послал? Пустите! Тебя не уйти, шимы. Уверены? Футро! Держись! Меня укачало! Держись! Эй, я что-то нашел. Если вы это читаете, значит, я провалил миссию. Трое отважных малышей, Аксель, Джона и Гага, бросают вызов злым грудерам и коварным роботам. Аксель и его друзья — последняя надежда погибающей планеты. Чтобы возродить Кеплер, они должны отыскать последнее семечко дерева Кар-Лало. И пока есть семя надежды, планета имеет право на жизнь. Космическое приключение.